Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Меня зовут Линда Черкасова. Я, как многие жители мегаполиса, при любой удобной возможности стараюсь уехать на отдых за город, на природу. Люблю активный отдых, поэтому приусадебный участок – моя отдушина. Стараюсь выращивать здесь все, что приспособлено к нашим северным широтам. Овощи, фрукты, ягоды, зелень. А прогулки по лесу с корзиной – это святое. Брусника, клюква, черника, морожка – эти ягоды всегда есть в моей морозилке. Из всего этого богатства постоянно хочется что-то готовить. Тяга к кулинарным экспериментам у меня от мамы, а ее, в свою очередь, готовить научила ее бабушка, поволжская немка. Поэтому среди наших фирменных семейных блюд много старинных немецких рецептов. Но моя главная кулинарная страсть – это соусы. Они способны не только дополнить вкус привычного блюда, но и абсолютно его изменить. Бесконечные идеи для творчества. И именно это мне очень нравится. Сегодня мы с вами приготовим томатные соусы. Так как за окном поздняя осень, серость, настроение надо как-то себе поднимать, мы будем готовить из томатов. Томаты, как известно, любят солнечный свет, теплую воду и хорошее настроение. Будем поднимать себе сегодня настроение с помощью двух домашних кетчупов. Будем готовить кетчуп а-ля барбекю, я его называю так, и просто томатный кетчуп. Начнем с обычного домашнего кетчупа. Томаты мы режем на 4 части. Удаляю сердцевинку. На небольшую порцию, на 3-4 человека, достаточно 4-5 помидоров. Вообще, честно говоря, помидоры у меня всегда ассоциируются с детством. А так как я родилась и провела свое детство в Казахстане, то все лето мы проводили в саду. И каждый день ведрами собирали помидоры. Их было так много, что нужно было придумывать, что с ними делать, как их перерабатывать. Из помидоров мы готовили разные соусы, маринады и томатный сок. Но у нас помидоры ленинградские, поэтому я предлагаю помидоры выбирать спелые, чтобы они были крупные, спелые, красные, сочные, мясистые. У нас, например, был всегда для соуса томата бычье сердце, сорта бычье сердце. Теперь приступаем к сельдерею. Ну, опять-таки, сельдерей можно использовать кто как любит. Хотите, добавляйте. Не хотите, не добавляйте. Мне, например, аромат сельдерея очень нравится. Но обратите внимание, чтобы в сельдерее не было никаких листочков. Только черешки. Нарезаем. Можно тоже не очень мелко нарезать. Вот так достаточно. Так. Сюда мы сложим сельдерей. Ну и болгарский перец. Желательно, чтобы он был красный. У нас же должен быть соус не только вкусный, но и красивый. Поэтому все подбираем и используем по цвету. Удаляем сердцевинку, чтобы не попадались нам семена. И нарезаем тоже крупно. Можно прямо на 4 части. Вот так. И еще пополам. Достаточно. Я не очень люблю, когда в соусе чувствуется много чеснока, да и не полезно это. Поэтому я думаю, что 3 зубчика нам будет вполне достаточно. Разрезаю вдоль и удаляю сердцевинку. Оказывается, сердцевинка не очень полезна для здоровья и вредна даже для желудка. А так как мы готовим соус домашний и полезный, то мы придерживаемся принципа, конечно же, здорового питания. Кетчуп любят все члены семьи, особенно дети. И если нужно ребенка накормить, например, мясом, а не все дети мясоеды, то если вы добавите домашний, свой, собственное приготовление кетчуп, то это будет не только вкусно, но и полезно. Предлагаю добавить в наш кетчуп немножечко остроты, да? Эмоций остреньких. Немножечко мы добавим острого красного перчика. Ну, так вот совсем чуть-чуть, чтобы все было по-настоящему. Ну и имбирь.
Кстати, рекомендую имбирь, когда начинается сезон простуд, начиная с поздней осени, и всю зиму добавлять в напитки. Я, например, детям, когда готовлю напиток в школу, ну, какой-нибудь вкусный чай, или даже просто тепленький подогретый компотик или мортик, немножечко добавляю всегда корень имбиря, так как он сразу чувствуется, поэтому его нужно совсем-совсем немного. А себе с утра, когда варю кофе, тоже совсем немножечко, буквально пару таких вот кусочков, добавить в кофе. Сразу чувствуется острота, поднимается настроение, ну и полезно для здоровья. Чистим лук. Лук мы возьмем 2 головки. Я думаю, что этого будет достаточно, так как я готовлю на небольшую порцию. Есть у меня один лайфхак, как нынче модно говорить. Когда мы нарезаем лук, чтобы не потек макияж и не расплакаться, нужно сделать глоточек воды и держать воду во рту до тех пор, пока нарезаем лук. Так, ну вот вроде бы и все у меня готово. Теперь я беру кастрюльку, и мы готовим небольшой объем соуса, как и обещала. Для этого потребуется вода. Полстаканчика воды для того объема, который я готовлю, будет вполне достаточно. Мы готовим на даче, поэтому могут быть накладки. Добавляю сюда 2 ложки сахара. Если вы любите все-таки послаще, можно добавить чуть больше. Да? Нет, пусть будет все-таки 3 ложки сегодня. Хочется чего-нибудь сладкого. Настроение сегодня такое. Яркого, ярких вкусов. Для ярких вкусов как раз-таки гвоздика и корица. Можно ее растолочь, потереть на маленькой терочке или в ступке. Мед. Я беру 2 ложки меда. Думаю, что этого будет достаточно. Вот. Вот так. Замерзший мед. На улице холодно. Мерзнет даже мед. Что еще? Да, для остроты красного перчика. Помним, да, что мы немножко нарезали, поэтому я добавлю сухого перца совсем немножко, буквально вот на кончике ложки. Уксус и соль. Соль, обязательно соль. А соли совсем немного. Ну, вот так. Вообще, я люблю готовить на глаз, честно говоря. Когда ты уже понимаешь, чего-то хочется добавить, чего-то разбавить, и 2 столовые ложки уксуса. Три. На такой объем пусть у нас будет 3. И помешиваем. Сделаю огонь потише. На медленном огне мы карамелизируем сахар и готовим такую основу для нашего соуса, куда мы потом добавим все ингредиенты. Все, жидкая основа для кетчупа нашего у нас готова. Теперь мы будем добавлять сюда овощи. Так, сладкий перчик пошел. Такой красивый сладкий перчик. Помидорчики. Аромат-то какой. Если бы можно было все передать через экран телевизора, то настроение у вас стало бы еще лучше. Не только красиво, но и очень вкусно. Так, быстренько, чтобы у нас на дне не пригорала наша карамель, наш сахар. Помешаем. Добавляем сюда томатную пасту. Ну и лук, сельдерей, чеснок, все, что нужно
для вкусного, ароматного кетчупа. Итак, все это должно вариться на медленном огне в течение часа. Конечно, периодически помешиваем. И все это томится под крышкой. И в течение часа соус будет увариваться. Ну что, кетчуп практически готов. Где-то у меня была салфетка. Да, какой аромат приятный. И как все красиво. Нужно теперь перетереть через сито. Но сито на даче у меня нет, есть блендер. Так что будем исходить из того, что есть. Выключаю кастрюльку с соусом. И погружным блендером прямо здесь в кастрюльке достигаю именно той консистенции, которая нам нужна. Ну что ж, на мой взгляд, достаточно. Теперь нужно немножечко дать нашему кетчупу отдохнуть. Так. Я включаю огонь и буквально пару минут. Ну так, чуть-чуть, чтобы он притомился. Вновь ставлю на огонь. Две минутки стоит. Чуть-чуть начинает так побулькивать, ну, чтобы у нас все было равномерно, красиво. И потом можно уже подавать. Ну что, соус готов. Такой получился он красивый. И пару баночек буквально я сделаю для хранения. Всегда пригодятся в кладовой или в холодильнике можно хранить. Ах, какой красивый. Посмотрите. А можно добавить, кстати, яблоко. А можно, наверное, и сливу. Но это уже будет не кетчуп. Это уже будет ткемали. Буквально немного. И в соусницу. Прямо сейчас, чтобы попробовать, что же получилось. Вот такая красота. А еще прямо сейчас сделаю себе вот такой бутерброд. Кусочек, ломтик темного хлеба. Если сюда еще добавить плавленый сырок, то получится потрясающе вкусно. Вот. И сразу можно оценить. Что же у меня получилось? Вот такая вот красота. Приятного аппетита! А сейчас я предлагаю приготовить волшебный кетчуп. Почему волшебный? Потому что в нем прячется ингредиент, о котором многие и не догадываются, если не рассказать заранее. Ну, чаще всего его называют барбекю соус. Можно просто кабачковый кетчуп. И, кстати, кабачок в нем практически не чувствуется. Итак, я очищаю кабачок от кожицы. Если кожица тонкая, в принципе, можно натереть на терке вместе с кожицей. Но мне кажется, лучше очистить лишнее. Так. Итак, два кабачка нужно натереть на терке.
ну, такой средний. Натираю. Потому что если он будет сильно мелкий, то получится такая вода. Так. Два кабачка для небольшого сотейника, если вы готовите небольшую порцию соуса, вполне достаточно. Я не очень люблю заготавливать впрок, поэтому сделаю небольшую баночку, так, чтобы хватило, ну, в течение недели. И соусницу для ужина. Так, кабачок я натерла. Теперь лук. Для небольшого сотейника одна луковица. Я думаю, что вполне достаточно. Очищаем лук. Лук должен быть желтый, обычный, репчатый. Если для кетчупа классического я нарезала все продукты крупно, то для барбекю соуса мы все измельчаем. И быстрее приготовится. И так как я натерла кабачок, то, соответственно, и лук должен быть нарезан мелко. Беру большой нож, так удобнее, и нарезаю. Еще из кабачка, да с лучком, да с перчиком можно приготовить потрясающие кабачковые оладьи. И потом подать это все с нашими томатными соусами. И получится прекрасный вариант ужина. Так, добавляю лук. Хотя кабачок прекрасный продукт для тех, кто сидит на диете. Кабачок и гречка. Главное вкусно все приготовить. Теперь добавляем сахар. Примерно нам потребуется для такой порции 0,5 стакана сахара. Так, ну вот так на глаз, мне кажется, вполне достаточно. И соль. 0,5 чайной ложки соли для небольшого объема вполне достаточно. Далее нужно перемешать аккуратно. И вот эта смесь кабачка, лука, соли и сахара должна постоять примерно 0,5 часа для того, чтобы кабачок хорошенько пустил сок. Ну а потом мы это все будем с вами уваривать, тушить. Итак, первый этап приготовления завершен. Кабачок, лук, соль и сахар. Все мы это перемешали. Теперь отставляю и 30 минут про него забываю. Прошло 30 минут, кабачок пустил сок и лук тоже. И пора все это закладывать в сотейник. Включаем плиту. Ну, как я говорила, сегодня у меня небольшой сотейник, буквально для ужина и небольшой баночки. И закладываю сюда нашу смесь. Добавляю сюда томатную пасту, примерно 100 грамм томатной пасты. Обычная томатная паста, желательно, чтобы она была чистая, без всяких добавок. И добавлю сюда специи. Кориандр положу чуть попозже. Добавляю паприку копченую, да? Напоминаю, что для барбекю соуса я использую копченую паприку. Я люблю побольше добавить. Немножко черного перца. Чуть-чуть. И гвоздика. Ложечка. Ступки на даче нет, поэтому будем подручными средствами пользоваться. Вот так, деревянной ложкой. 3 штучки палочки-гвоздики. Угу. Добавляю сюда. И все это помешиваю. Если хотите, можете добавить сюда и остренького перца. Перца чили, но так как у меня барбекю соус очень любят дети, а острое все-таки для детей нежелательно, поэтому в этот раз я обойдусь. Перемешаю хорошенько получившуюся массу и оставляю все это дело томиться. Время от времени, конечно,
нужно помешивать, следить за тем, чтобы не пригорало, ставить на медленный огонь, и через 30 минут мы продолжим. Пока соус тушится, я предлагаю перейти ко второму этапу приготовления. Начищу чеснок. Я думаю, что пару долек достаточно. Нарезаю мелко. Так, порубим. Немного кинзы. Ну, кинза дает хороший аромат. И вкус. Такая хорошая уловка. Если кто-то не ест кабачок, можно его спрятать, поскольку он полезный и богатый разными микроэлементами. Дети обычно кабачок в свежем виде не едят, а в соусе за милую душу. И несколько зернышек кориандра измельчу прямо здесь, на доске, поскольку это сейчас все пойдет в сотейник. Вот так. Итак, все готово. Засыпаю в сотейник. Какой красивый цвет. Соус получится густой, насыщенный. И еще буквально 20 минут дадим ему немножечко так потомиться. Итак, наш соус готов. Сейчас я его еще раз перемешаю. Так. Выключаю плиту. Горячий, ароматный, волшебный. Беру погружной блендер, можно перетереть через сито, можно блендером. И превращаем волшебный соус в супер волшебный однородный. Ну, собственно, и все. Соус готов. В таком виде, в котором он и должен быть. Сейчас я переложу в баночку, сделаю такую заготовку для холодильника. А если банку простерилизовать, то этот соус может храниться очень долго, всю зиму, ну, то есть столько времени, сколько вам нужно. И в соусницу для стола. И, конечно же, сразу на пробу, просто святое, белый бутерброд, хлеб из ржаной муки. А если еще и приготовить домашний хлеб с корочкой хрустящей, и к нему соус, и вот так можно украсить зеленью, или положить сюда огурчик, а можно и вареное яйцо, то получается такой вполне себе перекус. Все, готово! Вот таких два замечательных кетчупа я для вас сегодня приготовила. Разные по цвету,
по консистенции, по вкусу тоже. Кетчуп традиционный, домашний, из помидоров и томатной пасты, ну и разные ингредиенты, которые вы уже видели. И кетчуп барбекю из волшебного секретного ингредиента кабачка. Готовьте, не бойтесь, все это очень просто и легко, вкусно, полезно, со своей грядки, в простых дачных условиях. Очень просто это все можно приготовить. Приятного вам аппетита!